приветствую подписчиков и гостей своего канала. Наконец-то наступил новый охотничий сезон. И хотя я пропустил официальное открытие, сегодня я впервые выбрался в поля. Не прошло и недели, прошло с официального открытия всего 3 дня. Вот я среда сегодня, я взял Аркана, вышел, Аркана собаку, вышел в поля. Вот, не с самого утра, скажу сразу, туда уже скоро уже полдень. Но я с таким расчетом, чтобы пойти поискать голубя на кормежке. Вот сейчас остановился, сейчас соберу ружье. Аркан, он искупался, вот там в водоемчике. Я воды набрал с собой для себя и для него. Ну, больше для него, конечно. Вот сейчас под алычой стою. Такая вот алыча. Вот. Зеленая еще. Короче, собираю ружье и включусь уже в полях. В процессе, так сказать. А в водоемчике в этом он рыба ходит, плавает, косячки. Сюда бы еще с удочкой. Вот, кстати, мне на день рождения подарил друг вот такой патронтаж на приклад. Говорит, удобная штука. Никогда раньше не пробовал. Ладно. Так. Здесь у нас пшеничка была. Пойдем. Будем посмотреть. Курочки можно и спустить пока. Там как он заработает, не заработает. Будет душа, не будет. Еще краешку это поле пройдем, а вдруг на том краю оно небольшое, это полюшко. Но что-то я смотрю, Аркан не горит желанием на него выходить. Неинтересно ему. Сейчас я еще посмотрю, что там, чуть дальше впереди. Там было еще одно поле. Неплохое. Ну, на нем, по крайней мере, всегда можно было добыть перепела, если он был вообще в этих местах. Знаю, сколько сегодня продлится моя охота. Уже натер правую ногу на пятке вот этими ботинками. Типа пустынники америкосовские. Фигня эти ваши пустынники, я скажу. Я потом вообще сделаю конкретно ролик. Объясню, почему фигня. Так, а где мой Аркан? Может, уже и в стойке стоит. Точно. Вот он в стоечке стоит. Что ж тут у нас?
дай, покажи, что тут. Вперед. Ух ты, два перепела. Ёперный балет, а. Кто бы мог подумать. Молодец, Аркан. Так, ну, один полетел, я знаю. А я думал, фазан, и даже не изготовился. Ты смотри. Ладно, Аркан, умничка, пошли еще поищем, пошли. Здесь бабусонище шляется, что оно там робы, неизвестно. Аркан! Ну и стрелять туда, конечно. Так, надо заметить место. Место приметное. Ты смотри, вот это да, я не ожидал, что в кустах могут сидеть перепела. Вот это номер. И сразу два, ёлы-палы. Ну там он, вообще, правда, по направлению выстрела какая-то бабулька была, ходит там. То есть туда стрелять как-то по-любому неудобно. Ладно. Сейчас поищем, перейдем и найдем. Да, где что-то пройти? Тут вода внутри или что? Нет, сухо. Сухо. Не спеши, не спеши. Вот она садилась. Поищет хорошенечко. Поищи, поищи. Аркан, ко мне! Ко мне! Ищи здесь. Здесь ищи. Аркан! Ты же! Ну, поищи, поищи быстро. Иди сюда.
Ага, там сел в кустах. Стой, Аркан. Я, ребята, побоялся нормально прицелиться, потому что вон там какое-то бабусонище стоит. Что она тут делает? Черт ее знает. Мешает людям охотиться. Ну вот я иду. Подсолнуха. Сколько глаз хватает. А там только впереди вроде пшеничка покошена. Но подсолнух еще не созрел. И здесь еще пару недель, наверное, делать будет нечего. Вот он. Какой, еще не зрелый. Нечего здесь будет делать еще неделю две. Так что можно спокойно заниматься пока рыбалкой. Не бить ноги, не рвать сердце. Копить боеприпасы. Вот такие находки иногда встречаются. Бедный Йорик. Я знал его, Арканайзова. Арканайзера, он там стоит. Арканайзова. Ага. Оба. Коровий зуб. О, моща. Возьму. Аркан, он залез. Тенек. Да? Маленьким. Тенечек залез. Понимаем. Пойдем дальше там. По тенечку пойдем. Каша. Поищи, поищи. Аркан, ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Не видела, честно говоря. Аркаша попил. Сейчас отдохнем в тени. Я так думаю, идти сегодня на охоту было довольно ошибочно. Неправильно. Очень жарко. Хотя дичь вроде была. И осталось. Короче, буду двигать домой. Теперь надо дойти. Это будет испытание.